А вот под это слабо танцевать? О, я свинга. Поем! Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой, такой простой. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, а счастье будет, если есть в душе покой. Это было здорово. Боже. Ребятки, не зацикливайтесь. Цените каждое мгновение. Знаете, каждую минуту. Сейчас у вас вот самый лучший период в жизни. А что будет дальше? Будет еще лучше. Но не обязательно будет связано с какой-то там суперпопулярностью, известностью. Вообще, я тебе хочу сказать, что это профессия, и это случай, это судьба, это 90%. Все остальное. У тебя много денег, на то ты их потратишь. Ну, или там папа у тебя много заработал, или любовник, или, я не знаю, там, любимая девушка. Вот дала тебе денег, будет звездой. Ну, деньги-то рано или поздно закончатся. А другого способа? Почему есть? Судьба, случай, везение. Фабрика звезд. Фабрика звезд. Может быть. Может быть, опять же. Вот. Давайте еще что-нибудь сбасим, а? Да. Чего? Электричество, коктейли. Дима, не сюда! Ну как тут не плакать, как тут не плакать, как тут слезинка с ресниц не капать во тьму. Ты все сказала, ты все сказала ему на прощание, там у вокзала сердце устало, но видно мало ему. Ну что же, плачу порой. Дорога жизнь разделила, железная дорога странной звездою, горит зеленый светофор. Стоп! 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 Мастер-класс! Артист не имеет права уставать, плохо себя чувствовать и находиться в плохом настроении. Сейчас говорю, а это никого не интересует. Один раз с гипсом выходила, один раз с температурой 40 выходила. Это никого не интересует. Правильно, правильно. Встали быстро. Раз, два, три, четыре. Он уехал прочь на ночной электричке. Промокли все спички. Осень не печальная, подружки, сестрички. Девочка, плачь, все пройдет весной. Ну, наконец-то. Вот закончится проект, вас отсюда выпустят, да? Вы поедете по стране, как супер-мега-звезды. Ну, как сейчас на фабрике. Первая фабрика, да? Один, они поющие хорошо, они везде собирают стадион, вот так вот, какая-то вот... Интерес огромный, да? И вы будете... Ну, тогда вы уже будете конкурентами. Как? Мы будем засылать наших людей на фабрику один во время концерта. Вот. Вот. С транспарантами стоять. Конечно. Мы за фабрику звезд 2. Они лучше. Конечно. Черного пиара. Почему бизнес лучше? Мы будем говорить, не ходите на фабрику звезд один. Да. Ну, я думаю, они тоже даже... Потому что мы одна семья. Или фабрика один, или два мы, даже мы одна семья. Все равно. Алена, а есть песня, которую вы исполняете в конце концерта? Такая прощальная. Ксюша. Потому что я с ней начала.
Поехали. Я, смотрите, на меня или что-то? Вау, видно. Кто-то хочет станцевать что-то? Пьер, ты же мастер на такие танцы. Картин, давай! Эй! Я,